Друзі, всім привіт! Лізинговий автомобіль, службовий автомобіль, хто його як називає. Люди приходять в компанії вони працюють, їм видають цей автомобіль. От уявіть собі ситуацію, ви на такому автомобілі особисто пересуваєтесь довгий відрізок часу. Ви розумієте, що компанія за нього сплачує кошти, ви розумієте, що цей автомобіль повністю обслуговують. Коли приходить кінець самого лізингу, цей автомобіль продають. І зачасту для того, щоб не було якогось геморрою, їх продають співробітникам. І отут ситуація. Уявіть, ви давним-давно їздите на цьому автомобілі, ви його знаєте як ріднесенького. Ви знаєте, що цей автомобіль має лише, цитую, ремонтовано і ушкоджено нижня права частина крила. Але не все так просто. Ну, якщо автомобіль попав до нас на канал, то це буде дуже цікаво. Volkswagen Touareg 20-го року. Перед тим, як дивитися автомобіль, ми знайшли інформацію скрізь по ньому, де може бути. І ось, страхові компанії поділилися інформацією, що по ньому було два страхових випадки. І там була дуже-дуже шалена цифра. Більше мільйона гривень в 2022 році. Ну, ми з вами знаємо, як воно іноді відбувається, як заробляють на таких автомобілях кошти. Ну, я чому так кажу? Тому що я розумію, що коли випадок страховий більше, ніж 50% від вартості самого автомобіля, це тотали, автомобіль списують. І просто повертають кошти за автомобіль. Цей же ж автомобіль було відремонтовано. І вартість ремонту більше мільйону гривень. Там загалом було 14 сторінок ремонту. Ну, щоб було зрозуміло, ми колись дивились 217-й Mercedes, де половина була відпілена, там було 7 сторінок ремонту. А тут 14 сторінок. Що там можна ремонтувати на 14 сторінок і більше, ніж мільйон гривень? Тут мені стало вже цікаво. Начинаем осмотр нашего автомобиля. Автомобиль у нас видно, что поперед есть вопросы по зазорам по капоту. Есть вопросы у нас по крылу небольшие. Здесь вот есть небольшой момент. Машина, конечно, грязноватая, но, в принципе, по накладкам есть вопрос. По зазорам, по задку здесь, в принципе, все отлично. Здесь все нормально. Стекло у нас посеченное по трассе машина ездила. Здесь видно, что здесь, получается, крыло доставало до стойки. И крыло у нас это крашеное. Да, 207, 176, 176, 212. Да, крыло красили. По зазорам, в принципе, неплохо. Ну, здесь вот зазоры гуляют у нас по низу. Чуть-чуть как бы так вот. Не совсем красиво. 262, металлизированная шпаклевка. Ага. 204. И что они хотели спрятать, я не могу понять. Здесь вот зазор великоватый по капоту, и здесь капот торчит. Бампер стоит, в принципе, не идеально. Чуть-чуть он торчит, тут завален, тут торчит. Накладка стоит на месте пластиковая. Дальше здесь у нас хорошо. Ну, бампер крашеный, понятно. Фары у нас тоже вот тут вот царапанные. Здесь у нас посеченные, здесь у нас посеченные. Вот здесь запавшая крышка омывателя. Вопрос, работает или нет, потому что она вот подчищалась. Здесь нормально, решетки нормально. По зазорам с этой стороны более-менее, но опять же здесь вот счесанная фара, счесанная пластик, счесанный. И здесь у нас подзаклеенный частично. Тут заклеенная у нас получается. Ресничка черная, а сверху у нас здесь уже ничего не заклеили. После ДТП, я так понимаю, скорее всего, поменяли. И тут вот она болтается. Капот у нас тоже здесь крашеный. Он у нас, получается, колеровый металл пишет. И да, и у нас 304, 319. Усадка уже в шпаклевке видна вот здесь вот. Ну, по центру. 262, 272, 308. Ну, с этой стороны, опять же, тоже капот торчит над крылом. Камера отличная. Низ у нас тоже царапанный здесь идет. Здесь притертый. Вот здесь вот у нас торчит, не на месте стоит нижняя накладка. Здесь у нас видно следы притертостей. Здесь решетка торчит. Здесь верх клеенный, там верх не клеенный.
Ну, то есть такое, в шахматном порядке здесь все. Зазоры чуть больше, чем надо по фарам. Но фары целые. А ну сейчас, парни, я включу омыватели фар, посмотрите, они будут отрабатывать или нет. Работает, да? Угу. Здесь у нас покрашено все. Покрашено тут нормально. Зазор побольше, чем надо. Здесь у нас нормально. Здесь у нас чуть-чуть больше зазор, чем надо. Накладка, то есть как болтается чуть, как переломанная в этом месте, что ли, или крыло заваленное. 191, металлизированная шпаклевочка. Крашена. Металізована шпакльовка. І чомусь всі думають, що її придумали перекупи для того, щоб можна було нахлобучувати підборщиків, звичайних людей, типу береш толщиномір, чпок, і все нормально, все б'ється, все чудово, все в фарбу. Але по факту тут треба зробити відступ. Металізована шпакльовка була зроблена спеціально, наприклад, для капотів, для теплонавантажених місць, бо металізована шпакльовка, вона так не репається, як звичайно в теплонавантажених місцях. І спочатку вона була придумана саме для цього. Але в якийсь період хлопці, що ремонтують козова, вони зрозуміли, що цим можна трохи обдурити народ. І можна зробити так, що автомобіль наче виглядає нефарбованим. Ну і звісно, що все, що є поруч, воно розвивається. І як тільки проблема вона всплила десь на поверхню, я всім нашим технічним фахівцям купив нові прилади. Ми тепер бачимо, де металева шпакльовка, де ні. До чого це кажу? Нам дуже часто, ну як нам, мені дуже часто скидують відосики, типу, от подивись, металізована шпакльовка і прибор не бере. Як ви на це даєте гарантію? Друзі, у нас прибор стільки коштує, що ми можемо зрозуміти, чи шпакльовано воно металізованою шпакльовкою, чи ні. Стекло у нас оригінальне, нульовка, але воно ось от розбите в цьому краю. Проемы. Что это такое? Это прям что-то вмятина какая-то была или что тут? То есть вот здесь вот у нас что-то било. Может, как вариант, что-то точечно упало, так набило? Ну, может быть. Просто, чтобы тут это узнать, это надо разобрать. Подушка стоит заводская. Ну, как бы следов шпаклевки я не вижу. Ну, с этой стороны. Будем считать, что тут что-то было мелкое, какое-то ДТПшка. Что-то упало, скорее всего. Потому что следов варки я не вижу. И как бы других объяснений у меня пока нет. Крыша 107. И здесь тоже шов нормальный. Накладки, кстати, накладки вот эти. Это у нас пленку не заклеена, а это заклеено. То есть эту красили. Дальше смотрим по двери. Дверь у нас снималась, скручивалась и потом подкапали болтики. 54-40. По зазорам все стоит, бампер по зазорам. Есть у нас вот царапины. Бампер задний крашеный, усадка видна и мусор в бампере. Здесь чуть царапина. Крышка багажника у нас фарбованная, рядную мовую. Здесь у нас нормально, здесь у нас тоже все отлично по крышке багажника. Каркас, в принципе, у нас 71, это целый, 108, 150. Этот край тут у нас вот чуть-чуть прикрашивали вместе с проемом. 252. 1800, этот край вот этот край получается у нас подкрашивался. Ну, зазор по накладке тут на месте, здесь у нас хорошо. Маленькие прицарапанности, трещин нет никаких. Крышка багажника у нас, не вижу, чтобы ее снимали, на месте, наверное, красили. Так, дальше, бампер здесь стоит не по зазорам, крыло заднее, вот это вот здесь шпаклеванное, то есть вот это удар сюда в этот край был. Ага, вот видно переход по краске вот был. Вот он идет, и вот где-то вот здесь вот заканчивается. А ну-ка, 109, да, 117. Ой, как так, 200. О, дверь у нас задняя тоже здесь, вот она. Ее у нас подрихтовали. Вот в проеме видно, где у нас переход по цвету, ну, по лаку был. Вот прикрашивали где. То есть каркас целый, по наружу было небольшое. Дверь снималась. Пластик на месте, здесь все на месте. 190, 200. Ага, тут тоже что-то подкрашивали. А у нас хорошо получается. Красили чуть ли не пол машины.
Здесь у нас накладка это крашеная, она не заклеенная пленка. Это, скорее всего, еще родная, осталась заклеенная. Ну, по краске тяжело сказать, но вмятин нет, усадок нет. Ну, шагрень не заводская явно. Дверь передняя, соответственно, у нас она, да, подкрашена, снимали. Грунт светится он. А ну-ка, здесь 1666. Идем туда и делаем, как говорится, натурный эксперимент. И показываем, как это будет, как это должно быть в идеале. В идеале 39 должно быть. Пол у нас в хорошем состоянии. Аккумулятор здесь нормально. Аккумулятор у нас еще родной. Так, здесь у нас динавто стоит целый. Здесь ударов никаких не было, не разбирались. Панель у нас целая. Дальше руль у нас, ну, в нормальном состоянии. Здесь кнопочки светятся, это проверим сейчас все. Локтем продавлено здесь все. Здесь, в принципе, все нормально. Экран у нас... Она выключена, ничего не видно, трещин, сколов, царапин не видно. Все здесь хорошо. Итак, под капотом. Заходим мы под капот, видим, что здесь у нас кручено. Вот оно не закручено даже. И болты синей машины какой-то поставили. Есть, да, разница? Вот родной болтик. Но он крученный. Здесь у нас капот крутился, по крайней мере, видно, что он крученный. Ну, поменяли его, понятно. Бэушный капот оригинальный. Мне кажется, он синий был. Мне кажется, вот этот болтик, он имеет отношение к капоту этому. Внутри там синевой отдает. Так, дальше. Здесь у нас хорошо. Тут хорошо. Петли у нас нормально. АБС-блок у нас целый. Здесь ничего не трогалось. Здесь у нас все отлично. Фары у нас оригинал Hella. Они не ремонтированные. Здесь хорошо, хорошо. Здесь у нас все сухо. В принципе, несущая конструкция целая, герметик родной. Ну, здесь снималось все, чуть-чуть как бы не на местах стоит оно. Разные у нас саморезы использовались, не того диаметра. Здесь то же самое. Крыло внутри здесь тоже видно, что это крученое, накрашенное. У двигателя, ну, здесь, в принципе, сухо. Никаких вопросов пока я не вижу. Так, завели. Мотор работает, в принципе, неплохо. Здесь налет какой-то непонятный, ржавый. Жидкость прозрачная, но налет у нас имеется, ржавенький. Может быть, когда меняли, не тот антифриз залили, конечно. Автомобиль завели. Здесь ничего не светится. Единственная дверь открыта, знак сигнализации. Здесь тоже у нас все отлично. Дефлекторы целые. Все дует. Все отлично. И стойки у нас тоже здесь нормально, хорошо. Да, все светится. Сенсоры отрабатывают. Все хорошо, зеркало тоже целое, красивое. Доставалось ей чуть-чуть этой машине. Все-таки все то, что там писалось, там было. То есть был удар сюда, вот тут зазоры, видите, чуть-чуть они вот тут расходятся, вот здесь вот не на месте стоит. Хотя фары родные, ну, родные, оригинальные, но этикетки, ну, может, переклеили, не знаю, ну, этикетки как бы хорошие. Вот, крыло вот это ремонтированное, может, мененное, не знаю, может, ну, оригинальное. Капот бэушный, оригинальный стоит, синего цвета. Вот там вот, если хорошо посветить, там он синеватый светится. Несущие конструкции не зацепило, я не вижу. Наконечники лонжерона, они были там чуть-чуть подправленные, там буквально чуть-чуть там прям подпылили самые-самые наконечники. То есть лонжероны сами, ну, я не видел места, где они ремонтировались. Может, они были повернутые, но их, ну, может быть, их плавно там поставили назад, но в принципе они целые, то есть они не переломанные. То есть все в порядке. Да, омыватели, вот крышечки, если видите, они как-то вот топорные какие-то, и у меня такое ощущение, как будто они с какого-то просто куска пластика вырезали и вклеили их туда. Бампер, получается, здесь, и это крыло тоже ремонтированное, крашеное. Да, то есть получается вся морда крашеная, без каких-либо, без несущих конструкций. Стекло лопнувшее, вот это вот, да, видели, это, да? Да? Вот это капотом, я так понимаю, достало после удара как-то так. И бампер у нас ремонтированный, крашеный. Да, крышка багажника вот в этот угол получала, ремонтированная, крашеная. Крыло ремонтированное, крашеное вот здесь вот. Тоже, если хорошо присмотреться, то тут потихонечку мелкие-мелкие усадочки тоже видны. Вот в этот край заехали. Очень похоже. То есть вот здесь вот и вот здесь вот. Самое большое это вот здесь вот, 1300, по-моему, бьется. Покрасили вот все крыло. Опять же, красили так, не стали снимать этот ветровичок. И прикрасили резинку. Вон она, чуть-чуть вот прикрашенная. Вот видите, вот там вот. Вон она вот. Это чем чревато со временем, вот из-под резинки вот этой, лак может начать отлущиваться вот здесь сюда вот идти.
То есть, ну, не совсем по технологии покрасили, скажем так. Дверь вот эта ремонтированная. Каркас целый, то есть тут тоже там 500 или 600 микрон бьется. То есть как бы здесь вот это вот прочухано, прокрашено. Эта дверь тоже крашена, подшпаклевана буквально самую малость. И эта дверь снутри, вот здесь вот была она ударенная под накладкой. Накладка вот эта крашеная. У нас получается крашеная вся морда, вся сторона. И сюда. По факту не крашена получается крыша и две двери и крыло. Сказать, что тут что-то прям валеное, нет. Ну, по косметике тут ей доставалось. Як на мене, трошки дивна ситуація, тому що по звіту там було поміняно і навіть лонжерони. Тобто по факту написано, що лонжерони були висверлені, викинуті старі, нові поставлені, приварені. По факту цього всього нема. По факту стоїть ріднесенький лонжерон і все, що там робилось на цьому лонжероні, це фарбувалось місце кріплення, куди кріпиться підсилювач бампера. Все. Лонжерони у нього рідні. Вони навіть не зам'яті, вони навіть не варені, вони навіть не гнуті. Тому хто тут прикурив на цьому ремонті, ну, я не знаю. І відео не про це. Ми не будемо там робити розслідування, хто прикурив на ремонті цього автомобіля. Але по факту, коли купуємо такий автомобіль, ми розуміємо, що на цьому автомобілі вже чорна метка. Будь-який інший фахівець, той, що знає, як подивитися, як побачить, скільки там було ремонту, то цей автомобіль буде тяжко продати навіть по бросовій ціні. І питання зараз в тому, купити цей автомобіль можна. Да, можна миритися, якщо там дійсно буде бросова ціна на нього. Бо по технічці він красавчик. По своїй наповненості машина класна. Але по історії машина геть мрачна. Хоча вона і по своїй самій суті зроблена не дуже якісно, відверто. Але зроблено там не так багато, так, щоб було дуже важко для безпеки, скажімо так. З безпекою там все нормально. І тому, чому можемо радити автомобіль? По нашим стандартам цей автомобіль ми радити не можемо. Але у цього автомобіля є подальше життя. У мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. А ідея відео заключається в тому, що кожен автомобіль, навіть той, що ви знаєте, треба просто перевіряти. Як то кажуть, довіряй, напевно, українською, але перевіряй. Тепер у мене точно на сьогодні все.